головой, он справа без замечания. Девушка в кабине электрички. В этом уникальность пригородного маршрута Пенза-Кузнецк. Анастасия Тимошкина уже полгода работает помощником машиниста. Она прекрасно помнит свой первый рабочий день как один из самых волнительных дней в своей жизни. Выдали ключи от машины. Но волнение было, как бы руки потели, то, что на в первый день. Прошло все хорошо. Транспортной техники девушку тянуло с самого детства, но лишь после окончания педагогического техникума выбор созрел окончательно – поступать на специальные шестимесячные курсы и впоследствии работать на железной дороге. Ради этого уроженка Бессоновского района даже поехала в Екатеринбург на учебу. И теперь сама может показать азы профессии любому новичку. Это у нас кран 395, и начинается работа с него. Мы пробуем тормоза и начинаем движение. 6 положений, и способом положения мы начинаем регулировать скорость и торможение. Позади у Анастасии уже сотни проезженных километров. Впереди новые горизонты и возможности. Ведь в планах у молодого специалиста поступить в высшие учебные заведения и повысить свою квалификацию до уровня машиниста. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем железнодорожника. Желаю вам счастья, здоровья, море улыбок. Пусть всегда горит зеленый семафор.